Это открытая студия в эфире «Радио 1». У микрофона Ксения Сокурова. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заведующая фортепианным отделом детской школы искусств городского округа Долгопрудный Ольга Голыбина и ученик 5 класса этой школы, юный пианист Арсений Столяров. Здравствуйте. 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 Арсений, тебе тоже отдельный привет. Хочется про Арсения чуть-чуть рассказать. Это молодой человек, юный пианист, который в этом году выиграл огромное количество конкурсов, но об этом мы, наверное, еще чуть-чуть попозже подробно поговорим. Ольга Владимировна, ну, время такое, мы подводим итоги года, это, в общем-то, всегда логично делать. Для вас лично, для школы, что стало самым значимым в 2021 году? Чем, может быть, вы как педагог, вы как заведующая фортепианным отделением больше всего гордитесь? Вы знаете, гордиться есть чем, потому что в этом году у нас было очень много побед. Мы участвовали в разных конкурсах, всероссийских, международных. И хочу отметить то, что, да, пандемия, и мы выходили из этого положения достаточно сложно, но здесь тоже есть свои преимущества. Какие? Я расскажу. Многие конкурсы стали проводиться онлайн. Мы поняли, что так как офлайн конкурсы, ну, из-за времени нельзя проводить, нужно как-то выходить из этой ситуации. И в этом году наши конкурсы проходили как онлайн, так и офлайн, и это расширило спектр вообще нашей географии. То есть мы могли участвовать в международных конкурсах, отправляя видео и выходить на международные площадки. И это здорово. То есть есть какие-то определенные плюсы. Да, онлайн сложнее работать, записи делать, особенно с детьми, это очень сложно. Я думаю, что даже и профессиональным музыкантам действительно запись сложно делать, потому что мы начинаем записывать, мы начинаем анализировать, как ребенок играл, мы начинаем дорабатывать, вот давай еще, и это можно, сложно. Да? То есть можно переписывать? Можно переписывать, это никем не возбраняется, mm-hmm. То есть можно, но... Вы знаете, я хочу сказать то, что по практике мы обычно возвращаемся к первым вариантам, потому что они самые удачные, самые успешные. Вот. Но, честно говоря, я сама как педагог этот формат не очень люблю. Но нам продиктовало так время. Ну, что делать? Значит, мы не можем посещать разные страны. До пандемии мы ездили в Европу, по всей России, а тут вот получается закрыто. Ну, хорошо, будем, значит, выходить из этого положения. Но конкурсы офлайн вживую, они, конечно же, намного лучше, я считаю, потому что ребенок, неважно, ребенок, профессиональный музыкант, он выходит и выдает живые эмоции. И самое главное – аплодисменты. Аплодисменты слушателя, зрителя. Да, пускай что-то там не получится, но это было вживую. И это здорово. И поэтому у нас в этом году, конечно, разнообразие конкурсов, разнообразие выступлений, ну, было просто огромным. То есть мы выступали как онлайн, так и офлайн. Арсений, тоже тебе тот же самый вопрос. Для тебя лично, что стало самым значимым в этом уходящем году, в 2021-м, чем ты больше всего гордишься? Ну, я горжусь больше тем, что я взял первое место на областном конкурсе «Шаг к мастерству», и для меня это было очень значимо, потому что это мой первый областной конкурс, где я взял первое место. А вот для тебя то, о чем говорит твой педагог, насколько сложно выходить на сцену, либо наоборот записываться на видео? То есть что для тебя легче, что для тебя сложнее? Какие конкурсы? Ну, как сказать, для меня и то сложно, но все-таки мне кажется, что вживую с первого раза это сложнее, чем сложнее. По записи, да, mm-hmm. потому что по записи можно переписать дубль. Mm-hmm. А ты боишься сцены или нет? У тебя есть этот страх? Ну, иногда у меня не всегда боюсь, но иногда у меня такая дрожь появляется.
Но если можно, да, конечно, я добавлю, вообще вот пандемия тоже внесла свои коррективы в воспитание маленького музыканта. Я считаю, что сцена — это тоже определенное воспитание музыканта. Когда мы постоянно выступаем вживую, да, вот, дети, они уже привыкают к сцене. А здесь получилось то, что больше года мы, наверное, не выступали, были одни записи. И когда у меня ребенок, неважно, Арсений или другие мои ученики, в этом году мы начали выступать в залах, и детки выходили после выступления и говорили: «Я боялся». То есть вот этот вот навык, он теряется. Поэтому я за то, чтобы мы максимально быстрее пришли к тому, чтобы наши дети выступали вживую. Вот. Арсений, а сколько у тебя таких выступлений получается в год? Как часто ты выходишь на сцену, на конкурсную сцену, либо на сцену какую-то концертную? Ну... Я не считаю, сколько раз я выхожу на сцену. 2-3 раза в месяц мы точно выходим на сцену. Да. Это не считая записей. То есть в этом году, слава богу, мы начали опять выходить на сцену. То есть у нас это может быть не только какие-то выездные конкурсы, но это может быть и внутри нашей школы. У нас в школе тоже проходит очень разнообразное количество и конкурсов, и концертов, и по максимуму мы стараемся выходить, выступать и выступать. А как подбирается программа для таких выступлений, для таких конкурсов? У нас есть определенный план. Значит, первое, что нам предоставляет научно-методический центр, план конкурсов. Внутри школы мы тоже составляем план, календарный план на каждое полугодие. И вот у нас каждое выступление, значит, например, юный виртуоз, мы играем этюд. Есть у нас также замечательный концерт «Волшебные звуки рояля». Мы играем какую-то пьесу. То есть мы заранее... То есть, есть регламент какой-то, конечно, да? Конечно, конечно. Mm-hmm. Мы заранее продумываем план на первое полугодие, это как минимум. То есть я даже продумываю уже педагога в мае месяце. На следующее полугодие даю программу, ребенок летом разбирает, и мы уже потом вот, ну, подходим к определенным выступлениям и какое-то произведение уже начинаем более усиленно учить, потому что вот выступление идет. То есть это все согласно плану, никакой стихийности в этом нет, потому что если будет стихийность, то это будет просто хаос в обучении, в образовательном аспекте. А что вот касается, также если возвращаясь к конкурсов, которые проходят, там тоже есть определенные требования. Мы тоже под эти требования смотрим, какие у нас произведения подходят, какие не подходят. Может быть, что-то мы доучиваем. И еще сложность в чем? Записей конкурсов онлайн. Там только нужно, вот, нужно сыграть два произведения. Обязательно, чтобы эти два произведения были одним дублем. То есть нельзя разделить одно произведение, потом ты. То есть если второе сыграл плохо, придется переписывать, да, все. Да, вот в том-то и это дело. Это, наверное, тяжело очень. Да, да? И да. У нас, не только у нас, но у очень многих проблема в том, что играет вот все и с первого раза, и последнюю ноту может взять. Вот совершенно, ну вот просто вот, ну, не выдержала что-то и сыграет нотку не ту, которую нужно, прям вот последнюю. Поэтому идет, конечно же, мы перезаписываем. В живом исполнении, ну, сыграл, но зато на эмоциях. Вот за это, да, я люблю прямые эфиры, кстати. Да. За это, вот поэтому я не люблю работать в записи, я люблю работать в прямом эфире. Но как получилось, вот эта магия, она тоже есть. Арсения, бывает так, что тебе не нравится программа? Ну вот есть, понятно, что есть какие-то регламенты, да, вот к конкурсу нужно что-то готовить, а тебе, ну, не нравится это произведение, тебе не хочется ты это играть. Бывает такое? Ну, как сказать, ну, мне как бы произведения нравятся практически все, но вот я не считаю, что какое-то произведение лучше, а какое-то хуже. Я просто смотрю по виртуозности. А, то есть ты... Виртуозности произведения. Я, ну, не считаю какое-то произведение хуже, а другое лучше. То есть тебе нравятся сложные, да, какие-то, ну, задачи, да? Да, да. Ага. А бывает такое, что вот у тебя есть какое-то желание, вот хочу сыграть именно это, а конкурса подходящего нет, или не знаю...
Да, бывает, да. У нас с тобой планы, он хочет и Бетховена сыграть. Но просто другой вопрос. Я тоже как педагог выстраиваю не только конкурс, но мне самое главное, чтобы ребенок развивался грамотно. Mm-hmm. Понимаете, можно взять очень сложное произведение, но он, возможно, даже технически он справится, но стилистику прочувствовать еще пока ребеночек не созрел. Поэтому мы откладываем произведение. Я говорю, давай-ка это произведение сыграем попозже. А что касается программы, мне нравится подход Арсения, что вот я даю, какие произведения, он послушает, причем послушает в хороших исполнениях. Это на самом деле это очень важный аспект в нашем музыкальном образовании. Он проанализирует, и вот он мне рассказывает, вы знаете, вот это произведение мне нравится, а вот это вот произведение, ну, вот как-то... И я уже тоже как педагог, я понимаю, что нужно... тоже давать то, что нравится ребенку. Ну, понятно, из определенного какого-то моего списка, понятно, определенного его уровня. Есть такие, конечно, конкурсы, как вот техническое мастерство, где играются этюды. Там определенный список дается. Вот здесь вот нравится, не нравится, но ты должен эти этюды сыграть. И я очень полюбила эти конкурсы, техническое мастерство, в том плане, то, что ребенка вот не нравится, а все равно нужно научиться определенным видам техники, которые потом дают очень серьезный толчок для развития. Поэтому здесь тоже вот такой вот аспект против шорстки тоже нужно иногда идти. Угу. Давайте прервемся буквально на минуту. Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях заведующая фортепианным отделом детской школы искусств городского округа Долгопрудный Ольга Голыбина и ее воспитанник, юный пианист Арсений Столяров. Мы возвращаемся. Это открытая студия в эфире Радио 1. У микрофона Ксения Сокурова. Сегодня вместе с нами у нас в гостях заведующая фортепианным отделом детской школы искусств городского округа Долгопрудный Ольга Голыбина и Арсений Столяров, юный пианист, воспитанник этой самой школы. Ольга Владимировна, я знаю, что вы сами тоже организовали свой собственный конкурс, можно так сказать, да? Да. А почему, зачем? Вот мне кажется, что конкурсов для пианистов такое множество, да, на самых разных уровнях. Почему вы решили, что нужен еще? Вы знаете, эта мысль пришла, когда в 2020 году, когда началась пандемия. Я хочу сказать так, что участвовали мы в различных конкурсах до пандемии. Есть такие конкурсы, как коммерческие конкурсы, есть те, которые относятся к сетке НМЦ. И, скажем так, не обижая никого, коммерческим конкурсом у меня были, конечно же, вопросы по организации. А коммерческие это что значит? Ну, коммерческие конкурсы это какая-то организация, какой-то человек организовывает, то есть есть... Я просто не знаю, как можно здесь говорить, ИП, я да, не знаю. Да, можно, да? Можно все что угодно говорить, да. Ну, то есть вот те конкурсы, которые не относятся к официальным конкурсам научно-методического центра. То есть, в принципе, организовать конкурс, кто захочет сейчас, это может, ну, как бы любой человек, ну, имея для этого... А смысл какой? Смысл какой? Вот смысл такой, что я на нескольких конкурсах побывала и поняла, что у пианистов сидят хореографы жюри. Да, у нас а, вот такое бывает. То есть это просто для собственного какого-то пиара, продвижения люди делают, да? Да, угу. Делают целое движение, но когда я поняла то, что сидят хореографы даже и судят пианистов, я поняла, что так нельзя. Потому что своим делом должен заниматься каждый, правильно ведь? Mm-hmm. Вот, и меня эта мысль пришла, тем более я сама заканчивала Гнесинскую академию музыки. У меня очень много знакомых, прекрасных знакомых музыкантов, педагогов. И я думаю, почему бы нас не объединить в наше одно движение? И, вы знаете, честно говоря, не ожидала, что это все дело так пойдет. И мы проводим конкурсы как онлайн также, так и офлайн. Вот последний конкурс у нас проходил в декабре месяце. Там, значит, были участники номинации «Народные инструменты» и «Фортепиано». 74 человека со всей Московской области.
в ноябре, несмотря на то, что у нас мы уходили на 10 дней на нерабочие дни, я думаю, ну, наверное, все, наверное, не состоится то, что мы запланировали, потому что для детей 10 дней это очень много, оставаться без педагога, и многие уезжали. Тоже около 65 человек, участников, это... Значит, номинация фортепиано и эстрадный вокал. И онлайн-конкурсы. Ну вот, там вообще география просто широкая. Это Мексика, это Европа, очень многие страны. И даже у нас великолепнейшие просто были участники из страны Таджикистан. И вот из Крыма у нас на последнем конкурсе дуэт занял гран-при, пианисты. Великолепные. То есть движение набирает обороты. А за счет чего? За счет организации и за счет того, что у нас высокое профессиональное жюри. Это Гнесинская академия, это колледж искусств по Московской области. И участники, они видят, что этим профессионалам можно доверять. И я хочу сказать то, что даже вот конкурсы сильные, вот московские областные конкурсы, межзональные конкурсы, а есть детки, которые стараются, но они не дотягивают до уровня, до этих конкурсов, а им тоже хочется где-то выступать, и они приходят к нам вот на такие конкурсы, и они там получают еще профессиональную оценку жюри, и это здорово. Mm-hmm. И я думаю, что это движение будет набирать свои обороты, будем развиваться, у нас много идей. Будем дальше делать. Арсений, а ты всегда согласен с оценкой жюри? Я почему спрашиваю? Вот для меня все пианисты хорошие. Но я не профессионал. Мне кажется, что все, кто выступают, выходят на сцену, все играют хорошо. Мне сложно почувствовать разницу между одним исполнителем и другим. А оценки, допустим, у жюри разные. Да? Кому-то дают первое место, кому-то второе. Ты всегда согласен с тем, какое дают тебе место? Ну, если оно, например, не первое. Ну, это зависит от жюри. Ну, там как бы какой-то человек, он как бы оценил меня, допустим, хорошо, а другой чуть ниже. И ну, это как я понимаю, что, скорее всего, там вот по среднему. То есть кто-то оценил меня на первое, кто-то на второе. И третий человек тоже на второй. И, скорее всего, ну, то есть, как бы... По сумме баллов, наверное. Да, и да. Так и получается, что по второе. Да. Но, а ты сам согласен? Вот, а кто-то получил в результате по сумме баллов первое место. Вот ты же, наверное, слушаешь своих соперников тоже. Ты согласен с тем, что ну, этот человек выступил лучше тебя? Ну, этот человек мог выступить лучше меня... Ну, это зависит от, скорее всего, ну, я так думаю, от программы, какой он, может быть, он или по возрасту он выше, и он как бы играет более виртуозное произведение, чем я. И, скорее всего, жюри смотрят вот, ну, они тоже, я думаю, учитывают возраст, но все-таки как вот человек дотягивает до первого места или нет, как он сыграл. Можно сыграть... Можно взять легкое произведение, но можно его сыграть хорошо, а можно сыграть его плохо. И если ты его сыграешь хорошо, то тебе могут дать заслуженное место. Здорово. Но ты так серьезно про это говоришь, такое ощущение, что вот тебе не бывает обидно. Вот бывает такое, что... Иногда бывает, да, обидно. Да. И бывает, что... Не согласен. Да, не согласен. Я хочу отдать должное, что Арсению, что его мама, они делают полный анализ, значит, кто выступал. Они слушают, обсуждают. Потому что вот посмотришь, ну, сыграли и пошли, как говорится, да. Вот. А здесь они молодцы. То есть идет анализ, и какие выводы мы делаем, и куда мы дальше идем, чтобы мы пришли к заветному первому месту. И я думаю, а вы как педагог согласны? Не бывает вы такого, знаете... что, ну, засудили, да? Вот, ну, вы так считаете, что засудили? Ну, бывают, конечно же, спорные вопросы, но вы знаете, на всех конкурсах, в которых мы участвуем,
у нас очень уважаемое жюри. И, может быть, моя оценка, она не всегда совпадает с жюри, но это не обсуждается. Если жюри посчитало так, значит, оно действительно так. Но обычно, как бы, все складывается, потому что мы все музыканты, мы все слышим, mm-hmm. что и как происходит. И если второе место, значит, нужно нам еще работать и работать. И поэтому вот эта вот победа для нас на Московском областном конкурсе «Шаг к мастерству», лауреат первой степени, вот мы пришли к этому. Это здорово. И я хочу сказать, он исполнял Грик «Минувшие дни». Мы взяли это произведение на лето, и я знаю, что он очень много послушал исполнений. И для ребенка в 5 классе он разобрал это произведение сам. И он мне принес уже, ну, практически готовое произведение. Ну, как готовое? Понятно, что очень много он воспринял по-своему. Но это было от начала до конца. То есть это не разбор по нотам чисто, да, значит, с запинками. Ну, как обычно детки после лета приходят. Это, для меня это было, ну, просто вот... То есть вот сел и сыграл? Да, он сел и сыграл. Понятно, что мы работали потом очень долго. Мы над стилистикой, над педалью, мы все это работали. Вот. Но мне было приятно то, что он в своем юном возрасте слушает много, уже многому научен в техническом плане, прочтении текста. Он уже может складывать большие произведения, серьезные произведения в одно целое. Это здорово. Арсений, откуда у тебя такая любовь к классической музыке? У тебя родители музыканты или это было вообще абсолютно только твое желание? Ну, у меня родители музыканты. Мой дядя, он закончил консерваторию Гнесинки. Моя мама, она играла, ну, и на домбре, и на фортепиано. И моя мама, она знакома была в детстве с Ольгой Владимировной, они вместе ездили в Америку, mm-hmm. вот. И, ну, у меня, в общем-то, в целом, да, семья пианистов. Как здорово. То есть это уже династия, можно сказать, ну, да? Да. Ты продолжаешь династию. А что бы ты хотел выиграть дальше? Вот какая следующая планка для тебя вот в 22-м году? Ну, я как бы хочу еще на областных конкурсах выиграть, потому что вот один областной конкурс это еще как бы, ну, маловато. Uh-huh. Я бы хотела еще несколько на областных конкурсах взять первые места и потом уже занимать высокие места на всероссийских конкурсах. А это какой вот следующий такой будет конкурс, ну, скажем так, следующего уровня? Ну, вот у нас будет всероссийский конкурс старинные танцы, который у нас будет проходить в нашей же школе, на базе нашей школы. То есть это конкурс от научно-методического центра. Это очень серьезный тоже конкурс. Вообще, вот самое ценное, конечно, это московские областные конкурсы, всероссийские конкурсы, именно организованные научно-методическим центром, они самые ценные, потому что там идет строго. Вот приходит 35 человек в потоке, ну, вот группа Арсения. И там строго идет первое, второе, третье место. Потому что на других конкурсах это может быть несколько вторых, несколько третьих мест. И поэтому для нас областные конкурсы, они очень ценные. Мы идем к этим победам, потому что, ну, если ты первый, то ты один первый. Вот, и это здорово. А вообще конкурсы, насколько они действительно готовят хороших профессионалов, пианистов и артистов. Вот может ли можно ли стать хорошим пианистом, не участвуя в конкурсах, просто отучившись последовательно в там в школе, в училище, не знаю, в консерватории и так далее? Нет, ну, конечно, можно. Я хочу сказать, что я как педагог, я тоже понимаю, что нужно с конкурсами иметь меру. Я объясню, почему. Потому что для того, чтобы участвовать в конкурсах и завоевывать какие-то места, нужно хорошо подготовиться, нужно набирать программу, технику. Потому что если увлекаться... Вы знаете, я хочу сказать, значит, можно выучить одну программу и поехать по конкурсам. По конкурсам с ней, с одной. А как ты будешь развиваться? Как ребенок, вот я как педагог, как ребенок будет развиваться? Поэтому мы каждому стараемся конкурсу подготовиться.
подготовить определенное произведение, потому что мне, как педагогу, нужно прежде всего для того, чтобы ребенок развивался. Поэтому увлекаться конкурсами, я считаю, тоже нельзя. Нужно научить еще ребенка, нужно, чтобы он внутренне созревал, и потом уже потихонечку. Поэтому некоторые конкурсы мы пропускаем. Ну, не нужно это делать, понимаете? Ну вот, как артиста, конечно же, это постоянная практика выхода на сцену. Потом в каждом городе стоит свой инструмент, на котором ты должен показать свое умение, мастерство. Наша специфика, она чем еще сложна? Тем, что многие ездят со своими инструментами, я имею в виду, баян, аккордеон. Нет. У них свой инструмент, к которому ты привыкаешь, и к которому ты уже и звук делаешь, да. Когда мы, пианисты, приезжаем, и совершенно разные инструменты, и ты должен к нему приноровиться, и ты должен все это сделать. Клавиатура тоже разная бывает, мягкая, жесткая. Педаль тоже нужно к ней приноровиться. Тебе буквально дают 2-3 минуты, чтобы ты почувствовал инструмент, и потом ты выходишь. Это очень сложно, и поэтому здесь нужно уже проявлять все свое умение, мастерство, и всему, чему ты научен, там все это видно на самом деле. Арсений, а сколько у тебя времени занимает вообще занятие музыкой? Вот сколько в день ты проводишь за инструментом? Ну, я занимаюсь в день где-то по 2-3 часа. Каждый день? Да. А какую музыку ты слушаешь, если это не классическая музыка? У тебя есть еще какие-то другие интересы, музыкальные интересы? Ну, кроме классической музыки, я еще слушаю некоторых исполнителей, но как бы я сейчас не могу их перечислить, потому что я, ну, как бы слушаю, но мало их. А не было никогда желания взять и попробовать вообще какой-то другой музыкальный стиль? Поиграть, например, джаз? Или, не знаю, но в рок-группах же тоже есть клавишники, например. Вообще попробовать себя в абсолютно в чем-то другом? Но я пытался сыграть джаз, но у меня ничего не получилось, потому что как бы джазу нужно отдельно учиться, и это сложно, когда ты играешь одну классическую музыку, а джаз ты даже ни на одном занятии не был по джазу, и это практически невозможно. Да, там своя специфика. Но Арсений у нас еще ходит на оркестр. Расскажи, на каком инструменте ты там играешь? Народных инструментов. Вот как раз у нас директор наш Соколов Алексей Михайлович, заслуженный работник культуры Московской области, он ведет вот этот оркестр. Замечательный оркестр, который ездит очень много по городам России. До пандемии очень много по Европе ездили. И вот Арсений там тоже у нас участвует. Расскажи. Ну да, я там играю на ксилофоне, и там как бы до меня играла вот дочка Ольги Владимировны, Арина. Ну а сейчас она уже взрослая, она ушла, и сейчас я пришел на ксилофон и играю там произведение. Uh-huh. А вот, это сложнее или легче? Ну, на ксилофоне как бы мне кажется, что это немного легче, потому что как бы один учитель на весь оркестр, он не может за каждым следить. И можно немножечко полениться. Но можно полениться, но все-таки я стараюсь, но все равно это как бы ответственности меньше, да? Ответственности меньше. Мне как бы, немного как бы полегче. Да, полегче, полегче. Но я хочу сказать, вот тоже для меня, как для педагога этого ученика, для меня, я очень поддержала эту идею, чтобы он пошел в оркестр, потому что там в любом случае там определенная организация, другая организация, групповая организация, нежели вот как мы работаем с ним индивидуально. И это дает определенные плоды, то есть всестороннее идет развитие ребеночка, в то же время и репертуар он слушает и играет. Вот какие-то ритмические моменты тоже, я считаю, подтянулись, потому что в оркестре нужно очень четко, если
что-то выпадает, то это очень слышно, да. Вот, поэтому я очень поддержала вот эту вот идею, чтобы он пошел на оркестр. И я считаю, это всестороннее развитие для ребенка очень важно. Угу. А вот все-таки по поводу джаза и других музыкальных направлений. Ну, я сама училась в музыкальной школе, конечно, угу. все это было не так виртуозно, тоже по классу фортепиано. И меня... там, в том возрасте, меня всегда поражало, почему, ну, почему так скучно, ну, почему именно такие музыкальные произведения, потому что, ну, что-то хотелось другое играть, я это что-то подбирала на слух, но в программе ничего другого не было. Mm-hmm. Почему так построена программа, почему там вот только одно это направление? Ну, это школа, которая у нас формировалась несколько столетий, школа, фортепианная школа. Я считаю, что фортепианная школа, она самая лучшая в мире. Но здесь, опять же, я хочу сказать, что очень много зависит от педагога. Потому что педагог тоже должен чувствовать ребенка. Какие вот в случае с Арсением, в случае с другими моими учениками. Я предоставляю, играю, да, вот давай мы... я тебе сыграю, ты послушаешь, что тебе более интересно. Но я как педагог тоже понимаю, что вот в этом произведении я научу вот этим вещам, здесь вот, вот этому виду техники. И мне важно, чтобы ребенок научился, и когда он выйдет из музыкальной школы, у меня очень много выпускников, ну, наверное, практически все, которые... не становятся профессиональными музыкантами, но они в легкую распечатывают текст того, что им хочется, и это все это разучивают и играют, а потом присылают видео. Вообще пандемия дала тоже очень много плодов. Вы даже не представляете, сколько мне присылали видео мои ученики. А вы знаете... Бывшие, уже повзрослевшие. Причем у меня есть ученик, он мне уже привел своего сына, у меня уже музыкальные внуки. Он был первым моим учеником. Мне было 17 лет, ему было 10. Вы представляете, сколько прошло? 24 года я уже обучаю. И он мне привел сына, и тут пандемия. Он мне говорит: Ольга Владимировна, это общее фортепиано. Я купил Егору инструмент, я не могу от него отойти. Вот, и вот он начал мне видео вот это присылать, сколько лет прошло, то есть вот эта вот основа, она важна. Тут, конечно, от педагога очень зависит, то есть вот дать там какие-то, ну, определенные, ребенку не нравится, вот он сидит, вот ему, ну, на это надо завлекать. По поводу джаза, ну, это совершенно другое направление. Вот я, например, джаз я не смогу сыграть, потому что у меня чисто классическое образование, чисто нотное образование, да, по нотам сыграть, вот. На слух это тоже тут... не каждый сможет подбирать на слух. А вот джаз, ну, какой-нибудь Эннио Морриконе, например. Пожалуйста, вот взять ноты, но для этого нужно научить. И детки, вот у меня вообще одна девочка, моя бывшая ученица, поразила, она мне, казалось бы, она там играет все вот современные, и тут она берет Моцарта «Фантазию». И мне присылают, говорит: Ольга Владимировна, там вот украшение, мне что-то это сам не могу расшифровать. Вот, и причем как играет? Это ребенок, который не пошел, а она закончила уже лет 5, наверное. То есть самое важное, конечно, для педагога, это дать основу ребенку, чтобы он мог потом использовать эту основу. Вот это я считаю важно. У меня последний вопрос Арсению. Арсений, мечта у тебя какая профессиональная? Есть какой-то конкурс, может быть, в котором тебе хотелось бы поучаствовать, или где бы тебе хотелось выступить? Вот именно то, что связано с твоей, ну, наверное, будущей профессией, да, с музыкой. Ну, я бы хотела в будущем стать очень виртуозным пианистом. Ну, я как бы и сейчас стараюсь, ну, пытаюсь стать виртуозным, но и я хочу стать... выступать на очень серьезных конкурсах и стать как Денис Леонидович Мацуев. Ну что, отличный, ну, план. Отличный, да. План. У нас Арсений, еще я добавлю, вот зимой будет ездить в центральную музыкальную школу и выступать в центральной музыкальной школе в большом зале на мастер-классах.
Вот, то есть это очень-очень даже... То есть нам тоже пройти нужно было определенные отборочные этапы, у нас Арсений прошел. Здорово. Угу. Ну что ж, я желаю тебе удачи. Я надеюсь, спасибо, что, может быть, в конце следующего года мы еще здесь встретимся и тоже обсудим какие-то замечательные твои победы. Ну и вообще с каждым годом пусть их будет все больше и больше. Спасибо большое, спасибо вам за то, что пришли сегодня в нашу студию. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях была заведующая фортепианным отделом детской школы искусств городского округа Долгопрудный Ольга Голыбина и ученик этой школы, юный пианист Арсений Столяров. Еще раз спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо.